разбирают в школах кино, так это фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». Ждал новый фильм «Люди в черном», большой фанат, но что им показали через 7 лет, это «Магнум». Ну а что ты хотел? Это просто срубание бабла на старом имени. Так что такой мягкий перезапуск типа «Люди в черном International». Ко всему прочему, он в этом плане похож на 11 подруг Оушена и охотницы за привидениями. Так. Поэтому вот так. Хорошие российские фильмы? Ну-ну. Например. Не, просто российский кинематограф сейчас мало что хорошего делает для кинотеатров. Для кинотеатров вообще ничего хорошего не делает. «Назад в будущее» — отличное кино, да. Вся трилогия отличная. И я рад, что Роберт Земекис не дает права на то, чтобы делать ремейк этого «Назад в будущее». Потому что все-таки такой фильм не нуждается в ремейке. Просто не нужен, ну не нужен этому фильму ремейк, потому что он смотрится и сейчас очень классно. Так, от командника Кроферга дает баф? Баф на какое-то время, да. Баф на какое-то время. Паразиты, на него сходи, он топ. Да, как-то... Так, Street Fighter раздает... Я знаю, с 1 августа, с 1 по 11 августа Street Fighter будет бесплатный, я знаю. Причем там не 16 персонажей, которые на старте, а еще персонажи второго сезона будут. Сериал «Пацаны» я не смотрел, ничего не говорит название. Привет, Паша. Так, в течение дня, наверное, трейлер выйдет. Неизвестно. Ничего официально не подтверждено. Просто Эд Бун сказал, что возможно будет какой-то трейлер. Блин, что? Интеракт? Ну, это бы он так мог сказать, просто так это на самом деле. Я в видеоролике все объяснил. Капхед-то, конечно, играл. Так.
Street Fighter 5 будет раздавать с 1 августа на PlayStation 4 и Steam. Да, на все платформы, на все. Ну, что значит на все? Там он выходил-то всего на двух платформах. Так, на Xbox, конечно, нет SF-а. Здрасте, приехали. Игра уже с 2016 года существует. Ты где был? Так. Навсегда SF произойдет. На 11 дней, Саш. Привет. Добро пожаловать на стримлики. На 11 дней. С 1 по 11 августа. То есть. Они стандартно на время крупных турниров, раздают свою игру. Там доступно будет 22 персонажа. Привет, Фат. Ой. Лучше Dark Souls купить, там и то сложность больше. Так, Cuphead. Cuphead мне нравится. Отличная штука. Законопослушный гражданин, не помню, по-моему, не смотрел. Так. Блин. Так, Фокс с Батлером, законопослушный Витя. Какой Витя? Так. Mm.
Так, доказывать что-то, гражданин, Шеги. Да, это из-за петиции. Это из-за петиции. Вот это был интересный бой очень. Вот это был интересный бой. Но он нас пожалел. Мерси сделал, видите. И мы тоже. Так, в следующем году выйдет сюжетный DLC. Для Капхеда будешь проходить обязательно. Обязательно. Желательно с Бенджамином. Я хочу все-таки с Бенджамином на стриме пройти. Так. Красиво было. Весьма приятный бой был.